Свою роботу розпочинає вечірня лайв-студія. Вас вітаю я, Наталія Костенко. І зараз до такої невтішної теми. Смертність на воді в Україні б'є рекорди. Від початку року на водоймах загинули 665 людей, серед них 70 діти. За останню добу потонуло 32 людини. Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій. За інформацією рятувальників, з початку поточного місяця на водоймах загинуло 124 українці, з них 16 дітей. Цей показник вже перевищив торішню липневу статистику. Проте навіть така невтішна ситуація не лякає людей, які нехтують застереженнями співробітників служби порятунку. Йдеться у повідомленні. Зокрема, як повідомляють у прес-центрі ДСНС, зафіксовано від початку тижня 94 смерті на воді, з них 12 дітей. Від початку місяця 124 смерті, з них 16 дітей. Від початку року 665 смертей, з них 70 діти. Рятувальники додають, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та в нетверезому стані. Про ситуацію в Одесі і головні причини небезпеки говоримо з фахівцями. На прямому зв'язку з нами знаходиться Володимир Левицький, заступник начальника комунальної установи рятувального водолазної служби Одеської міської ради. Вітаємо вас. Да, доброго дня. Доброго дня, Володимире. Дякуємо, що приєдналися до роботи лайв-студії. Тож, скажіть, будь ласка, на фоні всеукраїнської статистики, невтішної статистики, які цифри маємо на сьогодні в Одесі? Лені, не хочеться приєднатися до цих цифрам. Но хочу сказати, з початку сезону на побережье города есть уже 5 фактов людей, которые зазнали лиха, становы на пляжах міста. Ну, хочется отметить главный момент, то что вот 2 человека попали в такие ситуации, действительно пренебрегая мерами безопасности и поведения на воде. Это 2 факта в местах необорудованных, не являющихся пляжами. Там нету спасателей, малочисленное количество отдыхающих, и люди, не оценив свои физические возможности, переоценили, может быть, их потеряли из-за этого жизнь. Скажіть, будь ласка, якщо порівнювати такий самий період торічного літа, чи дійсно статистика росте, чи для нашого міста вона залишається, ну, на жаль, якщо можна так сказати, звичною? Ну, любая человеческая жизнь бесценна, поэтому нельзя так говорить, привычно или непривычно эта ситуация. Ну, как я уже сказал, 5 фактов таких как бы есть. Наши спасатели взаимодействуют со всеми службами на побережье, исполняют свои служебные обязанности, пытаются предотвратить любые возможные такие неприятные факты. Прес-служба української служби порятунку говорить про те, що найчастіше, на жаль, люди гинуть на воді через зловживання алкоголем. Ну, як ви вже зауважили, це купання в місцях, не пристосованих для цього. Щодо алкоголю, як часто одесити і гості міста наражають себе на небезпеку через цей фактор? К сожалению, действительно, это факт, с которым очень тяжело бороться. Действительно, эти факты из года в год повторяются, несмотря на все предупреждения, проведение рекламы по телевидению, радиовещанию, предупреждения на счетах, которые находятся абсолютно на всех пляжах. Люди, приходя на пляж, употребляют алкогольные напитки, после чего действительно идут либо для того, чтобы охладиться, либо показать свои физические возможности, что приводит к таким печальным последствиям.
Ну і зараз у вас є можливість звернутися до тих, хто нас дивиться, це на мешканці міста і регіону, і попередити їх про небезпеку, аби вони почули спеціаліста і зрозуміли, що йдеться дійсно про їх життя і життя їх рідних, і особливо дітей. Да, хотілося б відмітити і звернутися до всім віддихаючим, як жителям міста, так і нашим гостям. Прежде всего, не переоценивайте свои естественные возможности. Обращайте внимание, когда отдыхаете, на окружающих. Вы можете спасти чью-то жизнь. Если вы приходите в место отдыха на воде со своими детьми, они не должны оставаться без присмотра. Если вы даже видите, что чужие дети играются без присмотра взрослых, обращайте на это внимание и делайте лишний раз замечания. Алкоголь, естественно, это недопустимо. Зоны отдыха есть комфортные, есть места не оборудованные для проведения каких-либо мероприятий, просто отдыха на воде. И надо двойное внимание уделять всем соседним отдыхающим. На пляжах, не предназначенных для купания, любое ваше содействие другому человеку может просто спасти его жизнь. Дякую вам, дякую за той час, який ви приділили нашому ефіру. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Володимир Левицький, заступник начальника комунальної установи рятувально-водолазна служба Одеської міської ради. І зараз спілкуємося іще з одним фахівцем. З нами прямим зв'язком знаходиться Юрій Потапчук, інструктор навчального центру САР. Юрій, вітаємо вас. Добрий день, дорогі слушателі. Много было сказано по поводу того, как избежать данных трагических последствий во время купания. Особенно это касается детей в первую очередь. Вчера я сам находился на пляже вместе со своей семьей и наблюдал достаточно большое волнение, да, в котором активно купались все отдыхающие. Что значит волнение? Волны. Давайте уточню. То есть в такие волны детей отпускать без каких-то средств, которые будут поддерживать их на плаву, достаточно опасно, потому что в случае со взрослым, взрослый сможет справиться с ситуацией, когда он не чувствует дна и может задать себе направление для того, чтобы максимально близко передвигаться к берегу в случае, если у него подступает паника и он начинает тонуть. У ребенка это все срабатывает по-другому, и чаще всего детей упускают из виду. И после этого уже ребенок всплывает спиной кверху, и начинаются все мероприятия по спасению утопающего. Шкода чути, що навіть ви стали свідком такого інциденту. Давайте я напомню о правилах безопасности поведения на воде, да, что необходимо помнить. Во-первых, вода не любит шуток. То есть в воде баловаться категорически запрещено, если вы не чувствуете дна. Почему? Потому что, во-первых, вы купаетесь в открытых водоемах, во всех открытых водоемах есть течение зачастую. Вы этого течения просто не видите или не почувствуете, и, соответственно, могут возникнуть проблемы с вашей ориентацией в том месте, где вы были, и там, где вы оказались. Это во-первых. Во-вторых, необходимо помнить, что мы, когда идем купаться, должны быть 100% уверены, что пляж оборудован для купания, и рядом находятся спасатели, которые в любой момент смогут оказать помощь. Необходимо помнить, что детей нельзя ни в коем случае оставлять без присмотра, даже на береговой линии, там, где подступает кромка воды к песку. Чаще всего детки там играются, строят замки, либо выкапывают большие колодцы, но при этом родители упускают их из виду на минуту, на две, просто отвлекаясь. Этого делать категорически нельзя, особенно если мы наблюдаем волны. Третье. Нельзя плыть на глубину, если вы находитесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Категорически нельзя. Это напрямую касается выживаемости пострадавшего, который все-таки находится в состоянии, ну, чаще всего алкогольного опьянения, он будет дезориентирован, во-первых,
Во-вторых, он будет дискоординирован за счет того, что алкоголь опять-таки влияет на скорость принятия решений в критических ситуациях. И в последующем это приведет к тому, что, ну, к сожалению, наступит вариант утопления, который мы увидим с берега и потом будем эвакуировать пострадавшего на берег. Напоминаю спасателям, и не только спасателям, тем, кто стал свидетелем такого события, как человек утонул, то есть находится спиной кверху, лицом в воде достаточно длительное время. Обычно так замечают тех, кто до этого тонул безмолвно, беззвучно, и после этого повис, как мы называем, поплавочком, да, то есть спиной кверху. Когда вы эвакуируете пострадавшего из воды на берег, необходимо помнить о том, что вы отрываете тело от воды. Если вы отрываете тело от воды, начинают воздействовать механизмы притяжения. То есть голова в вольном падении отвисает назад. Это ведет напрямую к травматизации шейного отдела. Об этом все всегда забывают. Пожалуйста, когда вы эвакуируете на песок пострадавшего из воды, обязательно необходимо фиксировать либо поддерживать голову. Ну и, конечно же, если вы увидели человека, который тонет, а увидеть его достаточно просто, он будет как рыба пытаться схватить воздух ртом в безмолвном отчаянии, опираясь на воду как на что-то твердое. Вы обязательно должны сообщить об этом спасателям. Самостоятельно подплывать к человеку в сознании категорически нельзя. Необходимо использовать спасательные средства. Если вас схватит человек, который в данный момент тонет и находится в сознании, вы утонете вместе с ним. Другого варианта нет. Юрій, дякую за поради. Останнє до вас питання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи вистачає в Одесі безпечних пляжів для безпечного купання і де в першу чергу присутні рятівники? Любой пляж, где есть спасательная вышка, может обеспечить или гарантировать оказание домедицинской помощи, вызов специалистов на место происшествия, быстрый и своевременный, с правильно указанным адресом и быстрым приездом этих специалистов на место происшествия, то есть скорой помощи. Если вы видите вышку со спасателями или пункт, который обозначен специальной аббревиатурой, скажем так, да, соответственно, будьте уверены, что здесь купаться безопасно. Конечно, необходимо еще ряд условий, таких как наличие пирса, наличие волнореза, наличие буйков, за которые заплывать нельзя. Желательно, чтобы еще рядом со спасателями находился кто-то, кто имеет доступ к скутерам. Потому что быстрее эвакуации из воды, чем на скутере, честно говоря, я не встречал. Разве что на спасательном катере или на специальной технике. То есть, когда вы видите, что человек тонет, вы только это заметили и успели еще увидеть, как он барахтается и тонет, в этот момент вы можете привлечь внимание как спасателей, так и того, кто управляет скутером. И они в команде быстро подплывут к утопающему за 10 секунд и успеют еще до потери его сознания оказать ему правильную помощь. Любой пляж, который оборудован в спасательной вышке, где находятся спасатели, должен быть безопасным. Опять-таки, все зависит от того, насколько соответствует подготовка спасателей заявленным нормам и, конечно же, насколько оборудован пляж в той или иной степени. В Одессе хватает пляжей на самом-то деле, просто не все хотят отдыхать на этих пляжах, либо не замечают таких тонкостей, как спасательные вышки, потому что все считают, что раз это случается где-то там, то моя хата с краю, я как бы не при делах. Поэтому давайте будем осознанными, мы будем помнить о том, что вода бывает не только милостивой, она бывает еще и опасной, особенно для детей. Будем следить друг за другом и, конечно же, будем помогать и стараться привлекать внимание, если вдруг случится какая-то беда. Не стоять в стороне, а именно привлекать внимание и стараться оказать помощь.
На останнє питання, скажіть, будь ласка, у ваші топ-3 місця в Одесі, які не обладнані для купання і відпочинку, але попри все, де все ж таки відпочивають люди, які місця входять, де ви категорично не рекомендували засмагати і особливо купатись? Это очень интересный вопрос. Топ-3 на самом деле очень сложно описать. Я бы топ-10 и топ-20 описал на самом деле, если разбирать по пляжам. Да? Это все пляжи, которые находятся за чертой города, и они называются дикари. То есть дикие пляжи, где нету не то чтобы служб спасения, а куда просто тяжело добраться. Во-первых, не исследовано дно. Во-вторых, вы не знаете, какое там течение. В-третьих, есть такое интересное явление, как тягун. О нем все забывают, а он на самом деле он иногда появляется. Это вместе схождение двух течений. В общем, интересное явление. Кому интересно, не буду занимать эфир, посмотрите в интернете. Все пляжи, которые не имеют спасательных лыжек, они небезопасны. Во-первых, потому что некому будет оказывать помощь, это раз. Во-вторых, люди, которые окажутся рядом, они либо побоятся, либо не будут знать, как оказать помощь, это два. И в-третьих, службы спасательные не будут знать, как к вам приехать. Не обязательно, не имею в виду к вас в виде пострадавших, если вы стали свидетелями, вызываете к себе. Потому что какой-то дикий пляж где-то там за Санжейкой, ну, это достаточно сложно описать, да, в каком именно месте, куда повернуть надо водителю скорой помощи, чтобы он вовремя приехал на место проведения сердечно-легочной реанимации, в худшем случае. Могу ответить так на этот вопрос. Рейтинг почула не вашу відповідь. Так, почула вашу відповідь. Дякую за неї. Все абсолютно зрозуміло. Дякую, що приєдналися до роботи нашого ефіру за такою важливою, на жаль, сумною темою. Навзаєм. Дякуємо вам, Юрію. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Юрій Потапчук, інструктор навчального центру САР. За деякий час лайв-студія продовжить свою роботу, тож залишайтеся з нами, адже ми намагаємося розповідати якомога швидше вам усі найсвіжіші новини і все, що відбувається у місті, країні і світі. Залишайтеся на сьомому.